Привет, дружище. Приветствует Макс Вехал. Сейчас я покажу свой рецепт, как я готовлю еду у себя. Мое супер блюдо. Для этого нам нужна смола. Так, сначала масло нальем подсолнечного. Сюда тоже польем немного. Музычка моя играет в моем канале. Главное — музыка. Музыка, кто бы там мне что-то не учил, чему-то там. У меня главное — канале музыка. Я рассказывал. У меня главное — мой бренд. Да. Вот. Это главное. Так вот. Муки сюда, я думаю, хватит. Ну, 2,5 ложки хватит. Все. Не знаю, посмотрим. Хватит. Чистый. Так, еще чесночка пахнет. Запах и вообще чеснок — это полезная вещь. Выводит все эти самые какие-то паразитов тела. Редиска выводит. И водка выводит. Да. Водка, блин, способствует развитию этих всех микробов. Кто-то думает, что водка, если они пьют водку, то они, блин, выведут паразитов. Глупости. Они только меняют этих самых паразитов. Интересно, музыка не громко, а не вроде не громко. Вот там она громкая, здесь, куда она еле слышна, в принципе. Да. Так. Новик, где мой новик? Блин, надо было подготовиться. Да. Ну, я не китаец, и не японец. Как умею, так и вижу. Да. Я работаю каким-то там этим самым. Так, что еще надо добавить? Что у нас тут? Ну, яйца обязательно. Да, яйца. Яйца то понятно. Более смола сюда нужно. Яйца. Опа. Яйца. Кидаем. Два яйца. Вполне хватает пояса. Вот, сейчас мы сюда добавим еще что-нибудь. Что это называется? Речевой каши. Немного. Сейчас немного речевой каши пахнет. Такой. Скажем, можно на целый день хватит. Энергетический такой у меня этот самый. Это мой завтрак. Ну, все, на сегодня вот захотелось мне его поесть. Лук под хрен добавить. Так, что еще добавить можно? Можно еще капельку добавить. Алиса еще можно добавить. Хватит. Вот этого вполне хватает. Мясо не буду добавлять, можно сюда чего-то добавить. Вот этого вполне хватит. Вот еще есть лук. Лука что-то добавить. Ну, лука сейчас добавим еще немного. Лучка. Немного. Могут позвонить. Доставка в АДСБ. У меня как спортзал. Нужно поехать, разгрузить машину, посчитать баклажки пустые там. И такое полные. Принять машинку. А, о, ну, курятину можно туда кинуть. Вот, кусочек. Вроде бы все. Вот,
теперь берем ловку. Теперь берем ложечку. Вот. Чтобы время, так сказать, то не ладно, то потом. Сейчас, ну, миксера у меня. А, миксера нету, по-моему. Вот, и вот так перемешиваем все это дело. Ну, я холостяк, так сказать, вот сам себе с голоду не помру. Я рекомендую питаться живой пищей. Ну, мясо, конечно, сырое есть я не буду. Вот мясо, например, купил мясо, как жизнь холостяка. Муки немного купил, понятное дело. Яйца покупать, там грецкий орех. Что там? Ну, овощи, фрукты. В сыром виде лучше есть, а не умерщвлять их. Но это еда вредная. Вот. И можно с мясом спокойно. Ну, это иногда вот хочется мертвечинки поесть. Да, мертвечина, это ж мертвая еда. Человек самое единственное существо на планете, которое умерщвляет еду приготовлением ее на огне. Остальные все едят, остальные все существа занимаются сыроедением. Едят, можно сказать, пищу. Ну, готово. Так, а теперь переносимся. Теперь переносим камеру сюда. Ну, сейчас я буду включать греть сковороду. Надо вот так вот обломал. И разлить по всей поверхности. Тут самое масло. Включаем. Сейчас я загреем сковородочку. На нее положим. На нее положим вот это вот вкусненькое. Ну, сырое оно, конечно, не очень пахнет. Ну, такое сырое есть нежелательно, понятное дело. Вот, все, оно уже нормально, и муки не добавлять не надо. Нормально перемешанное все. Тут кусок курятины. Калорийная еда. Калорийная еда для воина. Вот, захотелось что-то. Надо от него, если он его каждый день есть, то пузо растет. То есть это надо рацион на недельку планировать. Там кусок там отбивной, там, ну, там, или кусок жареного мяса с гречкой, там суп, в принципе, там супы. Супы особо, бульон можно делать, нафиг тут суп нужен, блин, вообще. Вот. Сейчас я... Пока схожу, позанимаюсь кое-там. Пока. Так, часть вторая. Мой, так сказать, рецепт приготовления пищи. Смотрите в первой части, из чего состоит. Вот я его сейчас буду готовится.
Вот, приготавливаем. О, так лучше будет. Так оно быстрее подоспеет, так сказать. Так, ладненько, пойду зарядку сделаю, пока потом включу. Одна сторона прожаривается.